В преддверии такого теплого праздника воспитанники из детского сада «Знайка» приняли участие в акции «Мама, я люблю тебя». Дети записали поздравительное видео, в котором признались в любви к самому близкому человеку на разных языках. Она меньше меня. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Традиционно в этот день дети поздравляют своих мам, дарят различные поделки, аппликации. А кто уже вырос, приезжает к родителям или звонит по телефону. А все для того, чтобы сказать теплые слова любви. Не забудьте и вы поздравить своего самого родного человека уже в это воскресенье.